Вот такая вот нога у нас получилась. Теперь следующую ногу, вторую, мы вяжем точно так же. Закрепим нитку вот так вот чуть ниже этой булавочки. Наберем 17 столбиков по кругу и провязываем 1, дальше 2, наискосок вот так получается 3, сюда вот так 4, вот так теперь будет 15, теперь наискосок и вот так еще раз наискосок 16. И вот тут, где крепили нитку, будет 17. Вот мы набрали нужное количество. Теперь снова прокладываем маркер. Теперь провяжем 17 столбиков по кругу. Еще 2 ряда по 17 столбиков вяжем по одному из каждой петли. 3 ряда по 17 столбиков я провязала. Следующий ряд вяжем по одному столбику из каждой петли 15 столбиков. 2, 3, 4, 5, 6, 14, 15. Два последних столбика провяжем вместе. Провязали. Следующий ряд вяжем. Снова по одному из каждой петли. Теперь 14 столбиков. 2, 3, 4, 5, 13, 14. По одному из каждой петли провязали. Теперь 2 столбика провяжем вместе. Последние. Провязали, закончили ряд. Следующий ряд снова вяжем по одному из каждой петли 13 столбиков. 1, 2, 3, 4, 12, 13. И последние 2 столбика провяжем вместе. Провязали. Следующий ряд вяжем. 12 столбиков по одному из каждой петли. 1, 2, 3, 4, 11, 12. Последние 2 столбика провяжем вместе. Получим 13 столбиков в этом ряду и провяжем теперь 2 ряда по 13 столбиков по одному из каждой петли вяжем. Провязала я 2 ряда по 13 столбиков в каждом ряду. Теперь снова вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 по одному из каждой петли и дальше 2 столбика провяжем вместе. Следующий ряд провяжем весь ряд по одному столбику из каждой петли 12 столбиков. Вяжем. Провязали ряд 12 столбиков. Следующий ряд вяжем 10 столбиков по одному из каждой петли 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Дальше 2 столбика провяжем вместе. Следующий ряд провяжем по одному столбику из каждой петли 11 столбиков. Провязали ряд 11 столбиков. Теперь вяжем 9 столбиков по одному из каждой петли 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Дальше 2 столбика провяжем вместе. Получим 10 столбиков в этом ряду и провяжем следующий ряд по одному столбику из каждой петли 10 столбиков.
Провязали ряд 10 столбиков. Следующий ряд вяжем 8 столбиков по одному из каждой петли. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Дальше 2 столбика провяжем вместе. Получим 9 столбиков в этом ряду и провяжем теперь один ряд 9 столбиков по одному из каждой петли и наполним ногу холофайбером. Провязали ряд 9 столбиков по одному из каждой петли и наполнили холофайбером. Теперь смотрим, пятка у нас находится вот тут. Значит, мы будем вязать теперь по одному из каждой петли. 1, 2, 3. И теперь вот тут сзади снизу мы можем вывязать пятку. 3 столбика из одной петли. 2, 3. Дальше продолжим. 1, 2, 3. По одному из каждой петли. Пусть будет еще 4. И 2 столбика из одной петли. 1, 2. Закончили ряд. Дальше следующий ряд мы снова вяжем по одному из каждой петли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И 2 столбика из одной петли. 1, 2. 1 столбик из одной петли. Закончили ряд. Следующий ряд снова вяжем по одному из каждой петли. 1, 2, 3. Дальше 1, 2, 3. Провяжем вместе. Продолжим по одному из каждой петли. 1, 2, 3. 4, 5. Дальше 2 столбика провяжем из одной петли. 1, 2. Дальше 1 столбик из одной петли. Закончили ряд. Следующий ряд снова вяжем. 1, 2. Дальше 1, 2, 3. Провяжем вместе. И продолжим по одному из каждой петли. 1, 2, 3, 4. 2 столбика из одной петли. 1, 2. Дальше 2 столбика по одному из каждой петли. Закончили ряд. Следующий ряд вяжем. 1 столбик из одной петли. Дальше опять 1, 2, 3. Провяжем вместе. Продолжим по одному из каждой петли. 1, 2, 3. 4 и 2 столбика из одной петли. 1, 2. Закончим ряд. 2 столбика по одному из каждой петли. Теперь еще вяжем следующий ряд. 1, 2, 3 столбика вместе. Дальше по одному из каждой петли вяжем. 1 и 2. Дальше 2. Дальше 3 столбика. 1, 2, 3. Снова провяжем вместе. Наполним ногу холофайбером. Маркер можно уже убрать. Наполнили холофайбером. Дальше провяжем 1 столбик из одной петли. И снова 1, 2, 3, 4 столбика соберем в пучок. Провязали ножку, получили вот такую вот вторую ножку. Вот так вот он у нас выглядит немножко в раскорячку, но это пока нет проволочки. Закрепим сбоку вот так ниточку и провяжем снова каблук по кругу. 5 столбиков. Вяжем 1, дальше 2, 5. Теперь в первую петлю заведем крючок и провяжем 1, дальше 2, дальше 3, 4,
и все провяжем в пучок, отрежем. Итак, провязали вот так второй сапог у нас теперь есть, и обе ноги вот такие вот у нас имеются в наличии. Сильно туго холофайбер не надо набивать здесь, вот особенно в районе коленок у него, где у нас 13 столбиков мы вязали, вообще надо потоньше вот так сделать. У него здесь ножки должны вот так сгибаться будут. Он у нас вот так стоит там в присядку. Вот, у него еще есть кобура, такая же рыжая, как ремень. Можем связать еще кобуру. Петля амигуруми, и в нее провяжем 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. Затянем. Оставим это вместо маркера. Дальше провяжем по одному столбику из каждой петли 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. Провязываем. Следующий ряд вяжем 2 столбика из одной петли. 1, 2. И продолжим по одному из каждой петли. 3, 4, 5 и 6 будет у нас. Дальше снова следующий ряд вяжем опять 2 столбика из одной петли. 1, 2. Продолжим по одному. 3, 4, 5, 6. Дальше 7. Следующий ряд опять вяжем из первой петли 2 столбика. 1, 2. Продолжим дальше. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Провязали. Так вот, наверное, ну еще можно один ряд сделать тоже из первой петли. Провяжем снова 2 столбика. 1, 2. Продолжим по одному из каждой петли. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Провязали. Теперь дальше из первой петли провяжем 3 столбика. 1, 2, 3. Дальше по одному из каждой петли вяжем. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Провязали. У меня этот маркер закончился, поэтому я провожу здесь сейчас нормальный маркер. Дальше теперь вяжем 1 столбик из одной петли и дальше опять 3 столбика. 1, 2, 3 из одной петли. Продолжим по одному столбику из каждой петли. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 у нас здесь столбиков получилось в этом ряду. Следующий ряд. Теперь провяжем 3 ряда по 13 столбиков в каждом ряду. 2. Я провязала 3 ряда по 13 столбиков. А теперь мы маркер не будем прокладывать, а сделаем вот так вот. Складываем ее, эту кобуру, как она у нас ложится, и вяжем 1, 2, вот так получается 3. Вот, чтобы она у нас легла, вот такая вот кобура получилась у нас. Теперь петля подъема, развернемся в обратную сторону, вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6. Петля подъема, развернулись. Снова вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6.
петля подъема, развернулись, первую пропускаем, во вторую вяжем, 1, 2, 3, четвертую пропускаем, в пятую вяжем, 4, петля подъема, развернулись, первую пропускаем, во вторую вяжем, 1, теперь эту пропускаем, в последнюю вяжем, 1, петля подъема, развернулись, теперь вяжем вот так один столбик и закрепляем. Вот такой треугольничек. Это крышка, которая накрывает кобуру. Отрежем чуть длиннее, чтобы сразу пришить ее. Можно убрать маркер. Заправим нитку в иголку. Заправили нитку в иголку. Теперь вот так вот сделаем стежок вот так сюда внутрь, чтобы уголочек этот закрепить. Можно сюда положить буквально вот так вот каплю холофайбера, чтобы он форму держал. Растягивать не нужно, а так, чтобы был пушистенький, чтобы совсем не расплюснулся потом. Вот так сделали. Теперь вот сюда, вот так вот, если он закроется, то получается вот сюда вот эта ниточка попадает у нас. Вот так. Закрываем кобуру. Вот так, теперь выведем ее вот так сюда насквозь, иголочку. Вот кобура у нас закрыта. И закрепим вот сюда вот с правого бока к ремню. Вот так, где ремень у нас, вот сюда вот где-то в районе ремня. Вот так, чтобы на ногу не залазил. Вот так вот закрепим эту кобуру. Захватываем вот так вот побольше столбиков и пришиваем. Закрепили кобуру и завяжем узел, спрячем его внутри. Итак, ноги мы сделали, даже кобуру уже сделали, осталось только руку сделать. Вот такую вот. Рука у него такая крупная, толстая, больше, чем ноги. И мы ее будем вязать вот таким вот образом. Сбоку вот тут вот размещаем руку. У меня эта рука уже, которая есть, она составляет 14 столбиков по кругу. И поэтому нужно вот выбрать, вот, наверное, второй все-таки ряд. Вот так сюда вот на повороте вот нужно начать уже делать руку. Сделаем вот так вот не слишком широко. Вот 1, 2, 3 между вот этими четвертым и пятым дырочками. Начинать вязать нужно так, чтобы первый ряд начинался сзади, а потом шел вперед. Здесь я начала снизу, вязала в эту сторону. Здесь я начну сверху и буду вязать тоже назад. Поэтому вот закрепляю ниточку вот тут вот я где-то. Вот так закрепим нитку сбоку сверху, получается, а там сбоку снизу надо начинать вязать. И дальше вяжем. Они вяжутся обе руки абсолютно одинаково. Следим только за тем, где у нас будет палец расположен, где вперед, а где спина. Дальше следующий вот так столбик вяжем сюда. Вот будет один. Дальше вот так наискосок стремимся к этой точке. 2, вот так 3. Дальше к точке подошли. Будет 4. И 14 в ту точку, где мы крепили нитку. Будет 14. У меня 14 столбиков было на той руке. И 14 я делаю на этой. Закрепляю маркер. Дальше в первую петлю провязанную, первый столбик, я провязываю первый столбик второго ряда. Вот так будет один. Этот конец можно спрятать, чтобы он нам тут не мешал. И продолжим вязать. Теперь нужно провязать всего 14 рядов по 14 столбиков. Это будет второй ряд. И продолжаем дальше вязать вот так по кругу, по одному столбику из каждой петли, по 14 столбиков в каждом ряду. Итак, я связала вот 14 рядов
по 14 столбиков в каждом ряду. Дальше теперь нужно сменить нитку. Менять ее вот тут впереди будет некрасиво, поэтому я провяжу еще вот так вот назад несколько столбиков, чтобы смена нити была сзади. Если вы вяжете эту руку, у вас уже будет сзади, и можно менять нить уже там, возле маркера. 2, 3, 4, 5, 6. Вот будет достаточно. 7 я провяжу вот так вот за основание столбика этой ниткой цвета рукава бирюзовой. А дальше прикладываю кончик к началу вязания и двумя нитками закрою этот столбик. Убираю кончик сюда и бирюзовую нитку. И дальше следующий столбик уже я провяжу бежевой ниточкой. Дальше продолжим вязать до конца ряда бежевой ниткой. Эти же 14 столбиков. Бирюзовую можно уже отрезать. Закончили этот ряд. И следующий ряд вяжем бежевой ниткой. 14 столбиков по одному из каждой петли. Холофайбером наполняем по ходу вязания. И еще один ряд провяжем тоже бежевой ниткой. 14 столбиков. Вот я провязала этот ряд тоже до конца. И теперь смотрим, где у нас находится. Вот палец нам надо вывязать. У меня получается маркер как раз на этом месте, где должен быть палец. Он немножко впереди, может быть, чуть-чуть выше приподнят. То есть рука может быть вот так, может быть вот так, но развернута немножечко. Ну, как бы следим за тем, чтобы ладошка смотрела больше вперед-вниз, нежели назад. Поэтому вот я сейчас от маркера начинаю, провяжу один столбик и второй вперед, вот так вот, отсчитаю назад теперь 1, 2, 3, в четвертую петлю заведу крючок и провяжу первый столбик второго ряда. Дальше вяжем второй, дальше третий и четвертый столбик второго ряда провязали. Дальше снова продолжаем. 1, 2, 3, 4. Это третий ряд. И еще 1, 2, 3. Четыре. Это четвертый ряд. И теперь два столбика провяжем вместе один раз. И два столбика провяжем вместе второй раз. Вот так вот. Закрепим нитку. Отрежем. И втянем внутрь кончик этой нитки, спрячем узелок тоже, затягиваем так, чтобы пальчик не был острый, а получился бы кругленький. Теперь продолжим вязать руку, закрепим нитку вот сюда в крайнюю провязанную петлю, вот так, и дальше в непровязанные уже петли продолжаем вязать по одному из каждой петли. 1, 2, дальше 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, те, что у нас остались. И теперь петли свободные. И теперь вот тут зацепимся за палец, провяжем 11-й. И вот сюда вот зацепимся за вторую петелечку, так провяжем 12. Нам нужно, чтобы было 12 столбиков. И мы таким образом добавили сюда еще столбики. Теперь проложим маркер. Вот так. И продолжим вязать по одному из каждой петли. Теперь в первую петлю заводим крючок. Провяжем столбик. 1.
И так далее вяжем по одному из каждой петли 12 столбиков по кругу. И еще 3 ряда. Всего 4 ряда провяжем. Итак, я провязала 4 ряда ладошки. И теперь дальше нужно расположить первый палец. Смотрим, чтобы он был так, как нам это удобно сделать. Вот мне в данном случае нужно провязать еще одну петлю, я так думаю. А дальше 1, 2, 3, в четвертую вот так сюда я закреплю ниточку и провяжу первую петлю второго ряда. Вот так будет нормально выглядеть. Дальше вяжем 1, 2, 3, 4, второй ряд. Продолжаем. 1, 2, 3, 4, третий ряд. И снова 1, 2, 3, 4. Это четвертый ряд. Дальше вяжем 2 столбика вместе один раз и 2 столбика вместе второй раз. Провязали, закрепим нитку, отрежем, прячем кончики внутри. Сделали следующий палец, вяжем вот так сюда в крайнюю провязанную петлю. Заведем крючок, закрепим нитку. Дальше вяжем 1 столбик и 2 на этой стороне. И 1, 1, 2, вот не провязанные, вяжем на этой стороне 1 и 2. Теперь дальше переходим на эту сторону, в первую петлю, уже провязанную нами. Провязываем первый столбик второго ряда. Вот так будет 1, дальше 2, дальше 3 и 4. Провязали. Снова это уже третий ряд будет. 1, 2, 3. 4 и четвертый ряд. Снова вяжем 1, 2, 3, 4. Провязали. Теперь по 2 столбика вместе закончим этот пальчик. 1 и 2 провяжем вместе и еще раз 1 и 2 провяжем вместе. Закрепим нитку, отрежем, концы прячем внутри. И теперь снова в крайнюю провязанную петлю закрепим нитку и продолжим вязать. 1, 2, 3, 4 свободные непровязанные петли мы провязали. В первую петлю, уже провязанную нами, заведем крючок, провяжем первый столбик второго ряда, будет раз. Дальше вяжем 2, дальше 3 и 4. Провязали второй ряд. Теперь снова 1, 2, 3 и 4. Это третий ряд. И можно здесь закончить, поскольку это крайний пальчик, мизинчик, можно связать еще один ряд. Я думаю, что свяжу еще один ряд. 1, 2, 3, 4. Будет четвертый ряд.
И два столбика вместе провяжем. Один и второй. И еще раз один и второй провяжем вместе. Закрепим нитку, отрежем. В конце прячем внутри. Сделали. Теперь вот тут вот, где ладошка, у нас потянем чуть-чуть холофайбер сюда вниз, вот так вот, и чуть-чуть вверх сюда, вот так, чтобы ладошка вот тут могла сгибаться. Пальчики тоже вот так сгибаются, в них мы холофайбер не затягиваем. Теперь нужно выделить немножечко ему рукавчик, отделить от руки, чтобы выглядело вот так вот более объемно, более естественно для рукава. Для этого закрепим ниточку вот тут, бирюзовую, и провяжем один ряд по кругу, 14 столбиков. Здесь мы закрепили, теперь захватываем следующую бирюзовую петлю сверху, 1, дальше вот так будет 2 3, за основание столбиков бирюзовых захватываем и провязываем, 4 5 6 13. И 14 сюда, где крепили ниточку, провяжем полустолбиком, закрепим вот так еще и отрежем. Прячем концы внутри,